Изготовить прекрасный коньяк легко. Все, что вам для этого нужно, прадед, дед и отец, которые посвятили этому всю свою жизнь, говорит Жан-Поль Камю, владелец коньячного дома Камю. Этой фразой великого месье Камю я открываю первый урок курса «Все о коньяке». Этот курс первый и пока единственный в своем роде. За 10 уроков мы попытались полностью открыть для вас душу этого великого напитка, если это вообще возможно. Ведь великие напитки, как и женщины, всегда хранят загадку, тайну, и, вероятно, понять их до конца не удастся. Но мы с вами попытаемся. Мы совершим увлекательное путешествие в историю коньяка. Мы узнаем, как так случилось, что коньяк победил своего соотечественника арманьяк, и как закон о введении налога на экспорт французского вина, по сути, стал импульсом для рождения этого великого напитка. Мы обсудим технологию производства коньяка, от такого важного процесса, как перегонка, до выдержки в дубовых бочках, и разберемся, какие бывают выдержки, и что означают все эти VS, VSOP, XO на коньячных этикетках, как их правильно читать и понимать. Мы узнаем, что в регионе коньяк есть 6 субрегионов, и коньячные спирты, которые получают в том или ином регионе, очень разные, и чем они отличаются, и как они ведут себя в коньячном бленде. Мы рассмотрим продукты и стили великих французских коньячных домов. От Курвуазье до Камю. 4 великих дома и еще 10, те, кто помельче, но тоже очень важны для нас. Мы научимся правильно дегустировать коньяк. И мы научимся правильно сочетать его с различными продуктами. И даже сигарами. И узнаем, почему коньяк с долькой лимона далеко не лучшее сочетание. И да, мы обсудим правильные бокалы для коньяка. Забегая вперед, скажу, что нет, правильный... Это не только тот нам знакомый пузатый бокал, это как минимум не единственный вариант. И, наконец, мы сделаем небольшой, но емкий обзор тех бренди, или, если хотите, привычнее называть их коньяками, которые производят в Армении и в других странах СНГ. Вам понравилось? Вас действительно ждет увлекательное путешествие. К каждому уроку я прилагаю небольшой, но увлекательный тест на проверку своих знаний. И, конечно же, текстовый конспект каждого урока. А также я предложу вам некоторые увлекательные домашние задания, которые не просто сделают вас настоящим знатоком коньяка, но и познакомят вас с коллегами по потоку, такими же любителями жизни и жизненных радостей, как и вы. И да, у нас есть специальный чат в Телеграме, в который я вас приглашаю. Усаживайтесь поудобнее и приготовьтесь к увлекательному приключению, к путешествию в мир коньяка.